Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна презентує. Понятно, что название такое метафоричное, условное, потому что сейчас светит солнце еще, и еще день не закончился, но так принято говорить, что иногда проводится ночь науки или ночь музеев, или что-то еще, когда люди собираются с вечера и посвящают вот этот остаток дня и часть ночи, вот в данном случае науке. Науке, под которой я понимаю вот такой тысячелетний или многотысячелетний поиск истины, попытки проникнуть в тайны природы, попытки поставить законы природы на службу людям. Сегодняшнюю программу мы постарались выстроить таким образом, чтобы она была максимально интересной аудитории, которая к нам пришла, а это были в основном дети, школьники из средних и начальных классов. Ну, хотя там также были и старшие, но в основном контингент у нас был до 12 лет. Мы показали несколько эффектных, привлекательных опытов, которые могли бы потенциально завлечь эту аудиторию к нам на факультет, что и непосредственно является нашей целью. Где я вам сейчас не вспомню и не расскажу, но одни из самых эффектных — это, ну, в первую очередь, опыт, которым мы закрывали нашу сегодняшнюю программу, это взаимодействие цинка с серой, с образованием сульфида аналогичного. Очень яркий эффект и показательный опыт. Также было взаимодействие йода с пылью алюминия, также с выделением огромного количества паров, что тоже является эффектным показателем. Показали детям, правда, не рассказали, в каких пропорциях черный порох, как его изготавливают, из каких ингредиентов, но в целях безопасности удержали небольшой секрет для себя.